Так, совет, когда ты атакуешь или... А, не успел. Вероятно, был очень важный совет. Полечимся. Очень плохо. Я что-то сбился. Там бой окончен. Отлично. Так, шестой ранг. Новый ранг 10 жетонов. Вот эти жетоны имелись в виду. Хорошо. Так, друзья. Полина. Принять. Почему бы нет? Так, у них 48-32. Так, это бой, глазик. А, можно наблюдать. Ладно, наблюдать мы не будем. Так, что мы можем? Что мы можем? Пока что я не так... Не очень понял, как ему рейтинг все-таки повышать. Нам прям очень не дают вот эти вот. Разблокируй следующее улучшение. Собирай очки силы из ящиков или покупай их в магазине. Так, понятно, только ящики. Так, а ящики, вот, которые нам даются, покупать их нельзя, я так понимаю. За монеты. Только если вот здесь акция дня. 1 час 28 минут. Хорошо. Так, Brawl Pass. А, ну и вот здесь, да, даются. Так, за 30 кристаллы. За 30 кристаллов мы просто перескочим сразу на 5 уровень. Это так не катится. Так, ладно, сыграем еще разок и потом сделаем немножко передышку. Подождем, может там что-то по времени катится. Может там через... Часиков 12 еще раз зайдем. Как-нибудь так. Лечиться.
Так, попадем, не попадем. Попали. Просто наугад. Так, бой окончен. Отлично. Так, киты. Так, хорошо, далее. А, ну еще один, наверное, больше до 7 ранга догнать. Так, ну пока что я еще ни разу не проиграл командой. То есть такого еще не было, чтобы мы проиграли полностью. Это очень хорошо. Так, вот здесь меня зажали с двух сторон. Все неплохо. Так, отлично. Все хорошо. Прошли очень хорошо. Так, все, 7 ранг взяли. Так, опыт, уровень 5. Вот я так понимаю, аккаунт, наверное, уровень. Слева у нас ранг, это именно бойца. Там у нас аккаунт. Если нажать сюда, да, у нас 4 уровень. Так, максимум трофеев 142. Побед 3 на 3, 16. Вроде на уровне роборубки такого не было. Одиночных побед 0. Окей, так, выходим. Так, наверное, пока мы остановимся на этом. Здесь, конечно, можно еще... Блин, еще разок пройти, будет новый рубеж. Так, а еще чуть дальше. Ладно, попозже, попозже. В принципе, это все не к спеху. Нам надо дождаться магазина, акцию дня. Через час 22. Ну, где-нибудь через час 22, может, и зайдем. Где-нибудь там. Так, остальное все за реал. Хорошо. Так, все, пока выхожу из игры. Так, подключились к серверу. Что у нас здесь? Изменения, друзья. Мадди 173. Боев вместе недавно один. Так, принять. Так, бойцы подарок. Магазин подарок. Что он дарит? Подарок. Бесплатный ящик. Берем. Так, монет 14 мало, шерри плюс 5 пусть будет, эль прима пусть будет. Так, что у нас обновилось здесь? Ящики. Так, у нас акции дня. Вот у нас обновилось. Так, за 79, сверхредкий боец. Мы просто посмотрим, хотя мы, наверное, ничего не увидим. Сверхредкий боец. Хорошо. Так, 60 мегаящик. Что здесь у нас? Мегаящики в 10 раз больше принято, чем в обычном. Но у нас нет столько. Так, плюс 17, плюс 14, плюс 8. Так, ну, покупаем. Это мы, естественно, покупаем. Почему бы и нет? О, кольт. Это у нас кольт был разве? Куплено. Хорошо. Так, и это покупаем. Так, скины. Новое, новое. Так, это мы максимум можем... А, мы даже можем испытать его. То есть перед покупкой мы можем посмотреть, как это выглядит. Так, хорошо, кем мы играем вообще?
Так, это у нас к нам медведи кидается. Так, ладно. Испытали. Скин включает особую модель бойца, особую модель компаньона. Так, что у нас еще там было? Так, Эль-Дракон. Ладно, испытывать мы уже не будем. Так, отсюда посмотрим. Она их покупать не буду. Сальтухи делать. Так, все, главное, мы вот это купили. То, что было бесплатно. И 21 час. То есть, все-таки акция дня — это раз в день. Таки. Так, подключить супер целоги. Значит, интересно, но я потом почитаю в интернете, про что это значит. Так, ладно, уходим, проведем один бой, новое событие. Какое событие? Это не новое. Так, бойцы, надо прокачать этого. Ольта. Так, у нас урон сейчас у нас идет 6360. Так, и хп, главное, у нас хп мало, 2800. Улучшаем, будет плюс 140, это хорошо. Ну и урон увеличился, тоже хорошо. Все, уровень силы 2. Отлично. Хотя бы так. Так, и еще можно двое бойцов прокачать, но я им не играю, поэтому не буду прокачивать их. Так, что у нас здесь? Новое событие. Ну, в принципе, то же самое. Хотя, кристальная аркада. Так, локация похожа на ту же, что и была. Собирай кристаллы, появляющиеся из кристальной шахты. В центре карты или отбирай их у поверженных врагов. Победитель, держи 10 кристаллов до окончания обратного отсчета. Ну, то же самое. На разочек сыграем. Карта единственная там другая. Побежит. Так, вам чуть-чуть надо переждать, можем погибнуть. Того победили. Так, того мы не достанем, наверное. Достали. Так, того убили. Так, все, бой окончен. Хорошо. Победили. Отлично. Так, далее. Ну, все равно по 8 дают. Я надеюсь, потом будет побольше давать. Не всегда же по 8. Если всегда по 8, то это прям мало-мало. Так, смотрим, что здесь у нас. Событие Brawl Ball. Новое событие Brawl Ball. Крепкая хватка. 3 на 3. Забей гол в ворота противника. Матч закончится по истечении времени или после двух голов, забитых одной из команд. Так, хорошо, ну можно попробовать. Давайте попробуем. Забей два гола. А, и также драка идет. Я думал, здесь только мячик. Так, это прям плохо.
check out my gun. Check out my headshot. This is too easy. Так, кто-нибудь хоть забьет гол? Нам почти забили. Возвращение через 3-2. Так, трудно, ну, кстати. Я думал, здесь не надо драться вообще. Просто забивай мячики, забивай. Здесь, оказывается, надо еще и драться. Забивает гол. Отлично. Отлично. Случайно, но забил. Так, ладно. Это, конечно, интересный такой матч. Я опять же думал, что просто так драться надо. То есть, точнее, просто играть в футбол. Так, оцени Brawl Stars. Пожалуйста, оцени. Так, вы мне сейчас закроете окно, поэтому никогда. Уж явно не отсюда. Магазин. Так, что у нас появилось? Что у нас здесь появилось? Чем нас сюда перевели? А, вот это новый набор 5 уровня. Ты заплати 100 рублей, получи набор 5 уровня. Спасибо. Так, ладно. Попробовал, я понял, что это такое. Захват кристаллов поинтереснее. Здесь хотя бы так не доминируют. Там прямо они в атаку идут, а у меня хп-то не очень много. А здесь как-то они так у центра все. В целом ничего такого опасного. Ну да, кроме таких же, как я справа. Ну, с ними там справимся. Вот он пошел вперед, допустил ошибку. Так, думал, соберу все. Конечно. Надо их убивать. Они сейчас засядут у себя на базе. Так, ну походу проиграли. Бой окончен. Да, это мой первый проигрыш командный. Так, минус один. Серьезно? Минус один. Ладно. Даже не знал, что отнимают. Так, что у нас теперь в рейтинге? Есть где-нибудь минус один? Нет, проигрыши не пишутся. Максимум трофеев 158. Сейчас 157. Так, ну ладно. Что ж, отыграем обратно.
Да, здесь, конечно, много было ошибочек. Сейчас все исправим. Ну и, конечно, прокачанным здесь уже надо быть. Окей. Так, ну ладно, у нас 7 пока. Пока неплохо. Так, по мне попал. Так, он по мне ультяшкой и ударил. Хорошо. Так, а братан, что это плохо? Это очень плохо. Не, мы туда не пойдем. Теперь можно просто стоять. Скажем, на защите. Так, победили. Хорошо. Ладно, сила 2. Так, у них 2-4-4. Да, у них прокачан. Там этот кольт уже прокачан. Так, 8-й ранг. Отлично. Взяли, получили события. Отлично. Четко прокачались. Так, смотрим, что у нас тут. Броу пас. Большой ящик. Так, 87. Очки силы кольт плюс 11. Это отлично. Но это уже не так важно. И все остальное тоже. Так, дальше у нас будет 50 монет. И потом еще большой ящик. Ну, правда, уже надо 300. Потом сколько там надо? Еще больше, наверное. Так, ладно, пока, наверное, выходим. Что нам? В принципе, здесь больше такого ничего нету. Данные боя. Так, да, пока выходим. Так, вернулись в игру. Что у нас изменилось? Бойцы, чего не изменилось? Так, здесь, соответственно, тоже. Максимум в магазине. В магазине тоже у нас ничего у нас не произошло. В принципе, то, что мы отсутствовали в игре, никаких бонусов мы не получили. Ладно. Ходим, подеремся. Так, нас почти уже снесли. Так, я на другого отвлекался. Ладно. Так, почему-то полечилось.
Так, очень опасно туда идти. Прям очень не хочется. Все-таки. Так, еще прям на нашей базе забрал. Так, прям все промазал практически. Так, надо того убивать. Это не убивай того. Не убили. Так, ладно, второй проигрыш. Минус 2 рейтинг. Хорошо. Ничего, хорошо, конечно. Так, ладно, эти мы получили. 20 монет получили. Так, играть. Пробуем еще раз. Эти-то не подходят, не собирают ничего. Так, и меня убили. Ну, а иначе никак. Так, это плохо. Пока не получается проходить. Два проигрыша подряд. Так, ну они, в принципе, уже рейтинговые тоже. Ладно, пробуем дальше.